Несмотря на утренний час выходного дня, здесь многолюдно. На праздник урожая приехали из разных районов. Специалисты сельхозпредприятий, перерабатывающей промышленности, научно-исследовательских институтов, предприятий торговли. Повод благородный. Если у кого-то есть избытки урожая, давайте поделимся с теми, у кого такая тяжелая жизненная ситуация. Есть беженцы, есть у которых дома сгорели, есть еще какие-то проблемы. По здоровью он не может вырастить ничего. И вы не поверите, у нас есть такие люди, которые приносят уже готовую продукцию и говорят: отдайте людям, которые нуждаются. Праздник урожая – кульминационная точка всех алтайских ярмарок. В продаже не только овощи и продукты, но и товары для дома. Расскажите, какие у вас колбасы представлены? Мы приехали к вам с Каменского мясокомбината. Продукция разная, разные колбасы. И подороже, и подешевле. Колбасы полукопченые, вареные. Есть продукция детская, для детского ассортимента. Расскажите, что у вас представлено здесь? Здесь у меня керамика. Наша натуральная. Натуральная опять наша алтайская глина. Я делаю из них картины, делаю отдельные игрушки. Ну, на радость людям. А здесь садоводы соревнуются за звание самого смешного овоща. Они вырастили корнеплоды необычных форм и размеров. Но этот результат, пожалуй, трудно обойти. А это самый необычный экспонат праздника. Тот, кто угадает, сколько весит тыква, получит в подарок любую продукцию ярмарки. Все выставочные экспонаты, овощи, фрукты пойдут в дар нуждающимся семьям. Ведь урожайная осень – самое время, чтобы поделиться ее дарами с теми, кто нуждается в этом больше всего. Ирина Харитон, Алексей Фризин, «Наши новости».